Заходим на сайт vindi.com. Здесь хорошая обстановка показана в режиме реального времени. Не только то, что сейчас, но и то, что было, и то, что будет, да, с прогнозом. Вот ветер, здесь завихрения различные. Вот внизу шкала, значит, где можно понять, что вот это оранжевое, это где-то около 25-27 метров в секунду, да? Дальше пойдет там такая бордовая, это порядка 35, может быть, 40 метров в секунду будет, да? Где Анапа? Вот Новороссийск, вот Краснодар, вот Керченский пролив вот здесь, вот Анапа. И, собственно, Витязева, GMT, это вот здесь, вот буквально, так? Поэтому давайте попробуем сейчас посмотрим, вот Анапа. О, замечательно, что она прокрутилась, да? Ну, вот Анапа, мы видим, да? Вот это я ближе дальше делаю. А давайте чуть побольше карту сделаем, чтобы нам было видно, что будет происходить. Я буду говорить время, потому что пятница 13 с 0 часов, вот здесь вот мы начнем, так? И она будет дальше крутиться, я буду, то есть пятница 13 перейдет на субботу 14, а я буду часы называть, ну, чтобы успеть за динамикой событий. Значит, поехали, смотрим, что происходит. Анапа у нас еще раз вот здесь, да? Вот. Значит, сейчас 00 часов, пятница 13. Поехали, я запускаю промотку, наблюдаем. Я диктую время. Час, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. Но это уже суббота. Видно, что уже туда дальше, к Каневской, уже все затихает. Ну, то есть вывод какой, что сегодня, вот давайте еще раз посмотрим. Пятница 13 нас интересует примерно вечер, да? Вечер. Что же вечером? Вот видите, уже пятница 13:21, то есть вот к Анапе подходит фронт такого достаточно сильного ветра. Ну, вот по шкале это около 30 метров в секунду. И эпицентр вот здесь вот порядка 35 метров в секунду, да, вот он. Это в 9 вечера, так? Потом давайте во сколько? Ну, 22. Сейчас переместимся. Ну, давайте на 23, чтобы было понятно. А, и в 23 уже этот ветер переместился в Приморско-Ахтарск, то есть вообще на Азовское море, да? Вот эпицентр ветра. Почему ветер опасен? Вот сам-то циклон, вот он, перемещается от Новороссийска сюда, к Славянску на Кубани, да, между Краснодаром здесь как раз, между горами проход такой. Вот. А нас интересует сильный ветер, потому что ветер может как в блендере переместить то, что будет рядом с ним, да, находиться. И, соответственно, нас вот это интересует. Значит, пятница 13:21. Вот. Как раз вот Анапа, и вот здесь даже Темрюк. Гастаевска, до Гастаевска не доходит, вот Темрюк, Анапа как раз вот на берегу, вот это вот вечером в 9 вечера будет самый такой опасное время, предположительно, да, и в 23 вот этот эпицентр уже он сместится туда, на Азовское море, да, вот в час ночи, вот суббота, он все там, как бы, и уже потихоньку стихает. Ну, то есть предположительно, что в 9 вечера, в 10 вечера, да, будет, ну вот с 8 вечера вот сейчас вот это вот место Анапы, да, вот тоже ветер, то есть с 7 до 11 вечера, то есть самый пик, наверное, на 9 вечера, это будет самый пик событий. Ну, давайте вот приблизим, к примеру, да, вот, пожалуйста, вот, еще раз, давайте, вот Анапа, это пятница, 15:00, вот, давайте, смотрим, 19, 20, 22, 23, ну, вот, то есть, видно, да, в
в режиме в динамике, как оно? 18:00, 19. Вот, видите, 21. Вот самый вот, вот это вот бордовое такое, это порядка тут, ну да, наверное, порядка 40 метров в секунду. Тут может все перемесить, конечно. Ну, хотя это вот здесь. Ну, а здесь, ну, порядка 27, около 30 метров в секунду, да? То есть, такое место. Ветер. Ну, вот 25. Да, это ветер на 21.00 пятницы 13. Ага, вот еще здесь динамика. Прям с ветрами, порывы ветра, да, ветер. Ну да, вот 27. Порывы ветра до 45 доходят, кстати. Ну вот то, о чем мы с вами говорили. Что это самое опасное время. 9 вечера, пятница 13. Так что предлагаем все-таки это время где-то как-то переждать подальше. Вот. Дело в том, что здесь ветер, он может еще и волну нагонять на берег. Вот. Плюс ветер на берегу может все это месить. Ну, то есть, я думаю, этот вечер надо где-то вот до 11 где-то переждать все-таки. Подальше от берега.